Вот, Олег, вот почему? рекодинг. Так. Все записывается, господа, я предупреждаю. Да. Я себя выключаю, чтобы не позориться. Зачем Скажи, же? пожалуйста, Олег, ты хочешь крепкий кофе или не очень? Крепкий. Окей. Надо, чтобы Потому его что я надолго американо делаю. хватило. Так, значит. Нет, это американо. Антоша, Он не крепкий. вот смотрите, теперь я вас не вижу, я не могу командовать как следует. Безобразие. Ужас. Антоша, ты на месте? Да, раз, два, три. На месте, стой, раз, два. Все, начинаем? Слушайте, Yes. а вы меня видите или нет? Или вы другого Да, мнения? yes. Да, видим. Да, отчетливо. Лучше не смотрите. Это ужасное зрение. Почему? Ну ладно, Почему? Ты хорошо. красавица. Ну ладно, Будешь хорошо. краснеть? Значит так, лекция номер два. Бледнеть? Лекция номер два, Антуша. Сори. Так, ну в общем, вы поняли. Закопалась я в этом предмете. Ну что поделать? Древнейшая профессия. Значит, прочитала я про эту профессию и выяснила, что не очень-то она и древнейшая на самом деле. По крайней мере, когда антропологи исследовали вот более-менее современные indigenous tribes, как это сказать, племена, сохранившие древние обычаи, да, то там такого не обнаружили в качестве профессии. Например, доктора, акушерки и прочие профессии вроде этой, похоже, были достаточно намного раньше, чем то же самое. То есть, Алекс, опять у вас какое-то эхо, по-моему. Ну, слушайте, это вот так неудобно, что я вас не вижу. Ну ладно. А вы меня видите, да? Слышите? Да. Может, все-таки я попробую подключиться. Алик, ты потом это вырежешь, ладно? Подключиться попробую. Мы видим всех. Извините меня, пожалуйста. Не могу я, когда я вас не вижу. Мне тоскливо становится. Так, Олег, а что ты не самая? Присаживайся. Обязательно можно при этом выключить свое видео. Да? Ты будешь получать звук. Так, о, а как здесь подключиться теперь? А откуда? Из телефона? Ну, просто тыкаешь на ссылку и все, и ты присоединяешься еще одним аккаунтом к этому же митингу, и потом себя мьютишь и глушишь со всех сторон. Да? Как бы и ставишь отдельную себе телефон возле монитора. Меня теперь какой-то страшный. Теперь у тебя эхо, потому что либо микрофон, либо динамик не убранный. Ага, Надо убрать все. все, я сообразила, наконец-то, извините. Ну, видишь, никакого кретинизма нету. Все А все дело в равно телефоне. я вас вижу не всех. А там ты можешь уже в телефоне, можешь перейти на любой режим, который ты захочешь. Можешь поставить без слайдов просто наши лица, да и все. Если Ладно. ваш, конечно, наши лица еще все еще радуются. Ладно, все. Нет, я себя слышу. Не получится. Извините. Ладно, все. Начинаю говорить. В общем, видимо, можно утверждать, что секс все-таки был одной из древних валют, хотя проституция не была институализирована как профессия до тех пор, пока не появились, в общем, более-менее рыночные отношения. Вот. А кто же первым придумал такое название «древнейшая профессия»? Конечно, викторианец.
Это фраза из рассказа Рэдьярда Киплинга «На городской стене». Там она была употреблена впервые. Вот я прочитала отрывок. Лалан – представительница самой древней в мире профессии. Лилит была ее прапрапрабабушкой. А это, как известно, было еще до дней Евы. На Западе люди оскорбительно отзываются о профессии Лалан, сочиняют о ней трактаты и раздают их молодым людям в целях сохранения нравственности. На Востоке, где профессия эта наследственная переходит от матери к дочери, никто не пишет трактатов и не обращает на нее внимания. И это явное доказательство того, что Восток не способен устраивать свои собственные дела. Так-то вот. Но тут Пол понаписывал кое-где свои комментарии. Но тут, по-моему, у нас все в состоянии их понять, да? Если что, говорите. Я буду пытаться перевести. Мне понравился его предыдущий комментарий. Don't try to tone with me, doctor. I've been at this game a lot longer than you. Так, вы там? Да, мы тут. Okay, да, переходим. Дальше. В древнем мире эта работа или профессия зачастую каким-то образом регулировалась государственной властью и пользовалась уважением нередко. Ну, по меньшей мере, принималась как естественная составляющая реальности, ежедневной жизни. Бывало, что торговля сексом и вовсе была священным ритуалом. Например, сакральная проституция в Вавилоне. Вот здесь я нашла в Википедии, что у них была sexagesimal system of numbers. Мне очень понравилось слово. Речь идет, ну, в частности, Геродот упоминает в VI веке до нашей эры варварский, как он считает, обычай, когда каждая вавилонская женщина должна была отдать дань богине любви посредством секса с незнакомцем за часто символическую плату в счет храма. Геродот, конечно, говорит, что это очень отвратительный обычай, но, правда, историки не очень доверяют Геродоту, он считается таким ненадежным рассказчиком. Алик или Антоша, поставьте на мьют, шум слышен. Это, по-моему, вы. Но не все согласны с Геродотом. Есть разные примеры из древнего мира, вот, в частности, связанные с сакрализованной проституцией. Ну и не в очень древнем мире тоже. Я, конечно, буду говорить о 19 веке, но все-таки один пример из иной культуры и иной эпохи я не могла проигнорировать. Вы сейчас поймете, почему. Ну, конечно, потому что он является примером совсем иного восприятия предмета. Ну и вообще для уха русскоязычного человека звучит этот термин чистой музыкой. Ахуениме. Слово из языка нахуатль. Испанские конкистадоры в 1521 году грубо и профанировали и редуцировали это понятие и перевели его как проститутка или шлюха. А в местной культуре оно имело духовные и религиозные коннотации и переводилось как приносящая радость или та, что приносит радость. Вот. Они служительницы богини изобилия, плодовитости и чпочтли. Вот тут вот она на картинке, это богиня с комментарием от Пола. Были ее представительницами, отвечали за гармонию в мире и связь с богами. Правда, в этой же культуре тем же богам для той же цели приносили человеческие жертвы, но мы проигнорируем этот факт. Вот трудно, когда я вас не вижу. Насладились словом? Я даже думала, не сделать ли из него рабочий термин, чтобы избежать, как бы это сказать, оценочных слов, к которым мы привыкли, типа проститутки. Так, здесь у нас речь идет о средних веках. В средних веках эти места считались как бы общественными санитарно-профилактическими службами, предприятиями по утилизации порока. Ну, вот, например, Фома Аквинский, фраза из него.
Уберите выгребные ямы, и дворец станет грязным и смрадным местом. Он говорил это как раз в отношении публичных домов и проституток. Хотя сами проститутки, в общем, были прокляты и обречены в глазах общества, но, тем не менее, было признано, что они служили некой полезной общественной цели. Вот. К XIX веку ситуация сильно меняется. Тут я хочу задать вам вопрос. Просто интересно. Происходит что? В XIX веке начинается систематическая легализация регулирования проституции государствами. Почему? Налоги. Что? Налоги. Ну, это не, как бы, возможно, это одна из причин, но это не единственная причина. Вот почему именно 19 век? И почему именно во Франции это начинается? Это... Может быть, венерический контроль за венерическими заболеваниями? Ты близок, Алик. Ты близок, Алик. Но почему именно 19 именно во Франции? Антибиотики, по-моему, уже в начале это самое 20-го столетия сделали. Да, нет, в 19-го они использовали ртутные препараты, на самом деле, чтобы... про это еще скажу, это страшное дело вообще. Ну, хорошо, сейчас расскажу. Значит, во Франции в первой двадцатке, в первых двух декадах 19 века, что у нас происходит? Наполеоновские войны. Европа начинает вести... Математику власти. Да, нет, не совсем. Европа начинает вести крупные военные кампании с большими перемещениями армий, солдат, с очень хаотической сексуальной жизнью, с обменом разными партнерами. То есть все это не, как бы, не женато, не привязано ни к чему мужчинам. Ну, начинается очень сильное распространение венерических заболеваний. То есть наполеоновские солдаты возвращаются из своих походов, и половина из них мрет от вот того, что они там подхватили. Еще сыграла роль некоторая нетерпимость, ну, последствия той нетерпимости, которую привнесла реформация, контрреформация в европейских странах. То есть государство начало чувствовать, что оно должно как-то действовать, что оно не может просто продолжать притворяться, что ничего не происходит. Ему надо было демонстрировать какую-то активность, какую-то деятельность. Бордели перестают быть легитимным местом отправления порока ради сохранения морали, начинают восприниматься уже как источники заразы в это время. И начинается, в принципе, вот какая-то новая охота на ведьм. Я это вот так вижу. С окончанием старой начинается новая, потому что целью этой охоты становятся именно проститутки. А в случае особенно рьяных компаний вообще почти все женщины. Что происходит во Франции? Они вводят регулирующую систему, при которой все женщины, которые подозреваются в проституции, причем включая молодых девочек там вплоть до 11-12 лет, должны зарегистрироваться и проходить периодические медицинские обследования, за которых с них же и берут оплату. Наказанием за отсутствие регистрации является тюрьма. И обследования эти проводятся совершенно брутальными методами, обращаются с ними очень плохо, полицейские, доктора коррумпированы, все это превращается в, ну, по сути дела, начинается коррупция, злоупотребление, в общем, ситуация от этого не улучшается. Но система продолжает распространяться по Европе, потому что такое ощущение, что только это они умели делать тогда. Вот в Германии они, как всегда, взяли за дело очень систематично, и там еще ввели дополнительный закон, по которому, если проститутку или подозреваемую проститутку, один из ее клиентов или партнеров обвиняет в том, что она их инфицировала, ее просто заключают в тюрьму. Доказать это, естественно, невозможно, но достаточно обвинения.
зарегистрированным проституткам запрещалось посещать публичные места, например, театры, школы и прочее. В Вене было тоже, да, родина психоанализа, сразу видно. Они разделили проституток на 4 категории, причем в отдельные категории попали не только профессиональные проститутки, но также, например, любовницы, наложницы, женщины, которые просто с кем-то спят не за деньги, но при этом они не женаты, как бы не замужем за этим человеком. То есть практически они ввели систему, при которой немногие женщины являлись из этих категорий исключением. Они начали также охоту на такую очень странную, на тех женщин, которых они называли скрытыми проститутками. То есть, например, были случаи, когда там соседка писала донос о том, что ее молодая соседка вышла из дому в нарядном платье, и на этом основании ее тащили регистрироваться. Что происходит в Британии? Сейчас я до этого дойду. Я немножко, да, задержусь на этом слайде. В Британии проституция достигает расцвета в середине века. Она принимает очень разные формы. Некоторые проститутки прям живут в борделях, некоторые живут с солдатами или моряками, некоторые зарабатывают, или чаще они даже не зарабатывают, а подрабатывают по вечерам, подбирая клиентов прямо там на улице, в общественных местах. Такие называются street walkers по-английски. Эта профессия имела многие стороны. С одной стороны, она, конечно, содержала в себе массу рисков, включая заболевания. Хотя на самом деле я читала где-то статистику, там именно процент заболеваний среди проституток был не очень-то высокий. Они, видимо, умели как-то себя защитить от этого дела. То есть гораздо меньше, чем ожидаешь. Сколько-то там процентов, ну, по-моему, то ли 6, то ли 8, что-то такое. Но, может быть, это у меня ненадежные данные. Вот. И действительно, часто в эту профессию шли от безысходности или необходимости там содержать семью. Некоторые шли не по своей воле, особенно молодые девочки. Но был другой аспект, даже два. Проституция в викторианской Англии была действительно самой высокооплачиваемой работой, которую могла делать женщина. Вот для сравнения, например, если образованная женщина, которая умела печатать, например, на машинке, нанималась работать секретаршей, это считалось очень престижная работа, она зарабатывала примерно 25 фунтов в год. Я прикидывала, на наши деньги это что-то такого порядка 4000 в год, может быть, 5. Ну, то есть на эти деньги прожить было невозможно. У женщины должны быть какие-то дополнительные доходы. Либо это муж, разумеется, либо это какое-то наследство, либо какой-то семейный бизнес. Но если ты полагаешься только на свои заработки, то, в принципе, женский труд оплачивался так, что на этот заработок было невозможно прожить и иметь независимость. А проститутки, опять же, мне попадались разные цифры. Ну, они, естественно, частично... То есть не частично, там добрую половину они отдавали или своей этой матроне в публичном доме, или содержателю так называемой сети, или там еще какой-то протекции, которая у них была. Но даже при всем при этом она могла заработать, скажем, ну, в среднем где-то фунт полтора с клиента. То есть, например, если у нее за неделю было 5 клиентов, ну, можете посчитать, она эти же деньги зарабатывала там, за 5-6 недель, в то время как на нормальной работе она могла их зарабатывать целый год. Вот. Но опять же, я как бы не знаю, насколько надежны мои источники, это так приблизительные прикидки. Вот. И кроме того, еще один аспект. В качестве вот именно благопристойных женщин, там, дочерей, жен, наемных работниц, служанок, женщины всегда были объектом полной мужской власти. А в качестве проституток они получали не только экономическую, но и личную независимость. И для многих это было достаточно привлекательно. Часто они
как бы проходили этот путь вот какой-то период своей жизни, например, накапливали деньги, работали там какое-то количество лет, накапливали деньги, уходили, открывали свой маленький бизнес или там давали на эти деньги образование своим младшим братьям, сестрам. Большинство проституток никогда не занималось этим всю жизнь, не заканчивало так, как это было, вот, так как это описывалось в публичной риторике, что вот там в бедности, в болезни и в нищете. Обычно как-то они устраивали свою жизнь, например, выходили замуж часто, открывали какой-то бизнес, устраивались на какую-то другую работу после того, как более-менее устроили свою жизнь материальную. Ну, естественно, против них начала вестись беспощадная культурная кампания. И отчасти, я думаю, она была связана вот именно с этим аспектом того, что, в общем, это был доступ к некоторой независимости для женщин. Типичная репрезентация в то время проститутки в проповедях, литературе, газетах, визуальных искусствах – это вот падшая женщина, которая достойна позора и обречена на болезни и быструю смерть. Некоторые представители власти вели кампании по спасению проституток. Например, премьер-министр Гладстон, с которым все время воевала королева Виктория, он ночью сам выходил ночью патрулировать улицы и пытался убедить уличных женщин оставить их порочное занятие. Дальше. Что происходит в середине века? В 50-х годах с Крымской войны возвращается британская армия. Приблизительно треть, больше половины из них умирает, те, кто погиб, те, кто умер, умирает в госпиталях, а не на поле боя от болезней. Приблизительно треть, вот мне попадалась цифра 42 тысячи личного состава, были заражены венерическими заболеваниями. Как устроена британская армия? Когда они возвращаются из похода, они живут в таких гарнизонных городах или портах, если это моряки. И по британским законам солдаты и младший офицерский состав не имеют права жениться. То есть вот все эти места, все эти города и населенные пункты становятся таким настоящим рынком проституции, там полно публичных домов, ведь всю эту армию надо обслуживать. И все это, конечно, способствует распространению болезней, поскольку, опять же, обмен партнерами, никаких постоянных связей практически. Принимают этот закон. Сейчас, подождите, тут я немножко проскочила. Да, тут надо немножко заглянуть чуть-чуть глубже в британскую историю. В 18 веке еще существует концепция о том, что хорошие благодетельные девушки не распространяют болезни, а только падшие женщины. Мужчины всегда воспринимались как безвинные жертвы в этом процессе. Тогдашняя научная мысль, в кавычках, постулировала, что венерические болезни происходят от перегрева матки и испарения злокачественных телесных жидкостей в матке, которые затем всасываются мужским пенисом. Вот, лечение тут, как Антоша уже упомянул, было иногда более пагубным, чем сама болезнь, например, с помощью инъекции ртути. Но были еще более ужасные последствия некоторых предрассудков. Например, было распространено поверье, что лучшим средством от таких недугов был секс с девственницей. Это, конечно, привело к множеству случаев изнасилований, эксплуатации молодых девушек и девочек. В Англии 18 века на это никто особенно не обращал внимания. Бывали какие-то случаи, доходили до суда, но, как правило, ничем не заканчивались, потому что жертве надо было доказать, что она стала жертвой не по своей воле, и что обвиняемый произвел эякуляцию внутри ее тела. В общем, это было практически невозможно, и расходы на суд и на юристов были совершенно заоблачными, то есть это могли позволить себе очень немногие. Вот. Те попытки, которые предпринимались для сдерживания болезни, были лицемерные, неэффективные, то есть мужчины никогда не подвергались никаким досмотрам, не являлись целью никаких таких кампаний и законов. Женщины всегда были их целью, и особенно женщины из низших классов.
То есть беспорядочность половых связей со стороны мужчин воспринималась как проявление естества, а женская проституция как угроза здоровью общества и граждан. В итоге, после возвращения армии с Крымской войны, принимается этот закон. Нет, сначала они попытались ввести в практику обследование солдат, но очень быстро бросили эту затею, потому что офицеры стали бояться мятежей. И там действительно был некоторый ропот среди личного состава. И они быстренько направили свои усилия на проституток. Принимается вот этот закон, у вас на экране. Contagious Diseases Act в 1864 году. По сути, они копируют французскую систему. То есть по этому закону полиция могла задержать любую женщину, подозревавшуюся в занятии проституцией, подвергнуть ее принудительному медицинскому свидетельствованию. Если у нее находили заболевание, ее помещали в так называемый lock hospital, то есть, в принципе, больница тюремного типа. Составлялись те самые регистрационные списки, они должны были являться на осмотре регулярно, осмотры проводились совершенно варварски и способствовали распространению заболеваний, потому что плохо соблюдалась гигиена при этих осмотрах, использовались одни и те же инструменты без стерилизации. Вот. Если женщина отказывалась подчиняться этим правилам, то ей грозил тюремный срок, ну и, естественно, серьезные экономические, социальные, психологические последствия для нее и ее семьи. Вот тут Пол пишет свои дурацкие шуточки. Так. Я все-таки посмотрю на ваши лица, чтобы убедиться, что вы все здесь, и никто не заснул. Как раз смешно. Про 2 метра это как раз смешно. Как бы. Да. Очень не смешно, как раз. Он тут в последний момент чего-то написал. Ладно, пока все нормально, да? Никто не заснул. Я смотрю, все живы. Ты что? Ты все что? Хорошо. Мы тут прям это самое за подлокотники хватаемся. Ладно, сейчас я вам еще не такое расскажу. Ой. Да. Ты знаешь, я все-таки впечатляет, что не сообразили, что это болезни заразные. Это вообще-то большой шаг вперед. Да, да, это не всегда так было, это правда. Но, видите, они, у них были интересные представления о том, как они распространялись. Я вспомнил по поводу излечения рассказ о Рюноске про то, что как раз обратная ситуация, когда молодая проститутка, как она больна, сифилисом, и ее уговаривают подружки с кем-то, соответственно, переспать, чтобы болезнь перешла на него. Да. И очень интересно, что она принимает своего клиента за Иисуса Христа. Вследствие чего она излечивается действительно. А он погибает. Привет. Привет. Твои дела, ушки на месте. Спокойной ночи. Спокойные. Подожди. Нет. Главное, что не на месте. На месте, все на месте. Давай, пить. Нет, на месте, на что ты хочешь? Конечно. Мы же в период автоэволюции. Все нормально. Ладно, поедем дальше. Вот. Медицинские свидетельствования. Ань, подожди, Мишка ушел. Как ушел? Ну, в смысле, техническая пауза, наверное. Ему плохо не стало, нет? Да, может быть. По-моему, ему хорошо. Ты думаешь? Я думаю, да. Мишка, возвращайся. Надо, вы мне скажите, когда он вернется, потому что я не вижу. Все, вернулся. Вернулся, ура! Мишка! Значит, принимают они этот закон, и первые несколько лет все относительно тихо, потому что, в принципе, большинство населения думает, ну, так и надо, это, мол, рациональная мера. Но постепенно настроение меняется. Вот вы видите, как это происходит. Вот такие вот интересные инструменты использовались. Что происходит? Начинают хватать всех подряд. Растет количество злоупотреблений, взятки полицейским, докторам, магистратам. Можно поймать практически любую женщину, объявить ее проституткой. Ну, в основном, конечно, женщины из низших классов страдают. Закон предоставляет практически неограниченную власть магистратам, докторам, полиции. Начинается конфликт
прогрессивной части общества с ретроградами. Что они противопоставляют этому закону? Они говорят, во-первых, мы против безусловного права полиции задержать любую женщину с основанием или без. Это нарушает наши личные права. Причем очень часто в реальности вот женщины из рабочего класса не отличались по виду, по одежде от проститутки. То есть действительно это становилось ну, такой ситуацией, в которой полиция проявляла производство уж и рядом. Да, я забыла сказать, что этот закон в основном вводится в действие именно в гарнизонных городах и портах пока. Закон не определяет четко, кого считать проституткой. Ну и действительно это сложно, потому что, как я уже сказала, многие женщины просто занимались таким приработком на стороне, и в принципе это не являлось их основной профессией. Попав в списки, однако, было практически невозможно быть из них исключенной. То есть это стоило вам больших взяток. И было непросто сделать. А оставаясь в этих списках, вы как бы несли вот это вот очень тяжелое, дорогостоящее клеймо. И это отражалось и на вашей семье тоже. Ну, опять же, доносы соседей, все вот эти вот дела, прелести. Закон этот, который прошел, был пропущен парламентом практически без обсуждения, послужил мощным импульсом к созданию раннего феминистского движения. Вот. Ну, также здесь начали развиваться именно в этот момент многочисленные карьеры журналистов, например, специализировавшихся на откапывании всяких неаппетитных фактов и историй. Но вот здесь вот Пол понаписывал всяких комментов. Ну, в общем, вы поняли, я надеюсь. Если что, свистите, я услышу. Я вас не вижу, но слышу, если вы себя отмьютите. Да, говорите. Ну, типа СМ, это типа это сама садомаза, скорее всего. Да, да, да. Это он так пошутил, да. Вот он так пошутил. Глядя на эти инструменты. Потому что я вначале прочитал МНС, типа это сама Марк и Спенсер, но потом понял, что я перепутал порядок. Ну, в самом деле. Порядок. Короче, Петя, история такая. Я в прошлый раз Пола попросила это дело отформатировать, и он начал писать некоторые комментарии. Но он сдерживался, он сказал. Но этот раз я ему сказала, что еще раз отформатирую, пожалуйста, теперь эту лекцию. Ну и сказала ему, что его комментарии пользовались некоторой популярной поддержкой среди аудитории. Вот. И поэтому он уже меньше сдерживался. Ну, в общем, если что, спрашивай. Не, ну, по-моему, очень интеллигентно, очень сдержанно и очень по, так сказать... Так, это ж только начало, это ж только начало. Да, тут ждем, еще... ждем. Да, да, да. Значит... У Миши вопрос. У Миши... Миша, они тебя не видят, но слышат, поэтому ты... Я ж забыл, да. А можно давай еще четвертую лекцию сделать по комментариям по... Я ему передам. Хорошо, спасибо. Но ты меня, Миш, ты меня останавливай, проси перевести, я попробую, я сделаю попытку. Все эти комментарии делались последние буквально пару часов до лекции, поэтому я как бы даже не успела подумать. Для тебя это тоже новость. Там дело даже не в том, не столько в переводе, сколько еще и в психологии, поэтому там есть о чем поговорить. Ну, в общем, да, говорите. Значит, очень интересно, на самом деле, потому что некоторые вещи становятся на свои места. Эта обсессия по поводу проститутка, не проститутка, здесь становится понятно. Okay. Ну, смотрите, проститутками были, конечно, в основном женщины из низших слоев, но движение за отмену закона возглавили женщины из самых сливок общества, или, по крайней мере, выдающиеся публичные фигуры. Вот из них я выбрала три. Ну, главным мотором этой кампании была, конечно, Жозефина Баффер, вот она у вас на экране первая. Я о ней еще подробно расскажу. Вторая женщина – это Флоренс Найтингейл, вот Аня знает, о ком я говорю. Это героиня Крымской войны. В принципе, это женщина, которая создала систему госпиталей, в которых она ввела гигиенические нормы, ну и вообще спасла много жизней. Она такая национальная героиня, ее все знают. Харриет Мартинью – это публичный интеллектуал тех времен, женщина-социолог, и, в общем,
очень известный в интеллектуальных кругах человек, и даже королева пригласила ее лично на свою коронацию. Правда, Харриет Мартиньо, она из более... Она старше вот этих двоих, она в это время уже была в относительно преклонном возрасте, не скажу точно сколько. Вот. Ну, в частности, в 69-м году Daily News публикует письмо, призывающее отменить этот закон, и подписанное 124 женщинами, уважаемыми и известными в обществе. Так, сейчас, ничего ли я не пропустила? Ну, в этом письме, в частности, они говорят о том, что о двойных стандартах, о том, что только женщины несут ответственность за распространение этих болезней, и только они подвергаются унизительным медицинским процедурам и потенциально заключению или принудительному лечению. Вот некоторые цитаты. Эти правила лишают женщин какой-либо гарантии личной безопасности, установленной законом и неприкосновенной, и предоставляют полиции полную власть по отношению к их репутации, к их свободе и им самим. Это несправедливо наказывать представительниц одного пола, жертв порока, и оставлять безнаказанными представителей другого пола, служащих главным источником этого порока и его ужасных последствий. Мы считаем, что возможность подвергать женщин аресту принудительным медицинским процедурам, а в случае сопротивления тюремному сроку с тяжелым физическим трудом, наказание наиболее унизительного свойства. Дальше. Появляется женская национальная ассоциация за отмену закона о заразных заболеваниях. Вот ее лидеры – это Элизабет Волстенхолм и Джозефин Батлер, которую я уже упомянула, вот их годы жизни. Но Элизабет менее известная фигура, она, как я понимаю, была таким интеллектуальным мотором этого движения. А Джозефин, она была активистка. Ну, давайте я о ней скажу пару слов. Ее девичья фамилия Грей. Она является двоюродной племянницей того самого графа Грея, который чай с бергамотом. И который был одно время в начале 19 века премьер-министром Британии. Она дочка Джона Грея, который был известен своей борьбой за отмену рабства в Британии. Рабство в Британии было отменено в 1833 году во многом благодаря его усилиям. Вот, то есть у нее такой вот интересный бэкграунд. Она, ее муж Батлер, мистер Батлер, забыла его первое имя, где-то оно было у меня, не помню. Он ее поддерживал во многом. Они очень много личных денег вложили во всякие ее компании. Ну, о ней я еще буду в связи со вторым делом нашим говорить. Они основывают ассоциацию и ведут очень активную деятельность. То есть к 1871 году ассоциация включает 59 местных отделений и 811 членов, которые жертвуют деньги на компанию. То есть это только вот активные подписанты этой компании. А, конечно, сама компания вовлекает еще очень многих. Они опубликовали более 520 памфлетов. Ну, вот цитата из одного парламентария, который был дружественно к ним настроен. Сейчас. Ваш манифест потряс палату общин. Председатель заметил мне. Мы вполне можем справиться с оппозицией внутри палаты или в стране, но этот женский бунт совершенно ставит нас в тупик. Но тут я, естественно, все эти цитаты я перевожу с английского сама, то есть могут быть какие-то там неточности, могут они стилистически чем-то уступать оригиналу. Ну, примерно вы понимаете идею. Батлер объезжает всю Британию в 1870 году, преодолевает более 3700 миль, выступает на 99 публичных собраниях. Причем она обращается к простым людям, в частности мужчинам, рабочим, объясняет им подробно, чему подвергаются женщины в этих вот ситуациях. Аудитория часто приходит в шок и возмущение от того, что они узнают о такой реальности. Что здесь происходит? В своих выступлениях она прямо говорит о всех этих вещах, о сексе, о том, что с ним связано. Надо понимать, что для респектабельной женщины в то время это вообще было неслыханно. Но впоследствии это способствовало расширению круга тем, на которые могли говорить женщины. Вот. Я здесь не могла удержаться, не приведя полностью эту цитату, она просто характерна. Доктор Престон.
высказывается относительно публичного выступления миссис Жозефин Баттер в присутствии мужчин. Большинство мужчин могут охарактеризовать это только как верхнее приличие, чтобы не сказать больше. По моему мнению, женщины не имеют понятия об этом предмете, точно уж не миссис Джозефин Батлерс и прочие с ней. Нельзя допускать, чтобы такие женщины выступали публично, они невежественны и не знают, о чем говорят. Посмею сказать, что мне в принципе не нравится, когда женщины обсуждают такие темы. Ни один мужчина, кем бы он ни был, не отнесется одобрительно к женщине, которая настолько посвящена в этот отвратительный предмет, а уж в особенности к той, которая до такой степени бестактна, чтобы обсуждать эту тему публично. Извини, доктор, это в смысле, он доктор медицинский? Да, доктор, медицинский, или... но он же говорит, что они ничего в предмете не понимают, он же профессионал, понимаешь, лазит на его территорию. Это ты перевела? Да, это я переводила. Потому что здесь, как бы, я не знаю, потому он прыгает с предмета на предмет, это манипуляция. Ты знаешь, я своим переводом несколько улучшила то, что он сказал. Там было хуже. Нет, но это манипуляция, потому что он с одной темы на другую прыгает для того, чтобы получилось предложение какое-то. Это очень явно. Цитата хорошо показывает, как у людей нет аргументов. Как они просто кипят яростью от этого. И вот таких высказываний много в литературе, когда читаешь о том времени. Вот как бы главная претензия к ней, и к ее соратницам в том, что они публично говорят о сексе, а приличной женщине это не пристало делать. Ну и вообще безобразно. И вообще... Когда Манли появилась психотерапия? Не скоро, Антош. Мы еще до этого не дошли. Ясно. Мы пока вот еще в середине 19 века. Сумасшедшие бегали по улице, мы занимали ответственные должности просто. Если можно заметочку, по-моему... Тебя не слышно, Алик. Олег? И меня сейчас слышно? О, слышно, да. Я хотел сказать, что это, ну, то есть я не оправдываю ни в коем случае, но чтобы понять дух времени, нужно понять, что это не осмысленная манипуляция. Это манипуляция, которая больше всего призвана обслужить свой собственный диссонанс. Да, Господи, да. Манипуляция на себя. Ладно. Это способ изложения, изложения под видом одной темы, другой темы. И все. Хорошо. Давайте не будем. Значит, смотрите. Сейчас. Что происходит? То есть я к тому, что все тогда было так плохо, что все думали, что так нормально. Безусловно. То есть этот доктор искренне верит в то, что он говорит. Ну, просто по его высказыванию видно, что он заплетается в собственных мыслях и что, в принципе, сказать ему особенно нечего. Он просто не может принять такую реальность и пытается подобрать под это какие-то основания. Значит, что происходит? С чем вообще, почему я выбрала именно эту компанию в качестве предмета для лекции? Это компания, в которой впервые зарождается политическая повестка феминистская. До этого вот ранние феминистки просто имеют дело с какими-то специфическими проблемами, но не лезут в политику. Что начинается? Они начинают пытаться продвигать свою повестку, вот эту вот, через политическое представительство, вовлекая в это сочувствовавших им мужчин-политиков, ну и также мужчин, которые имели право голосовать. Борьба принимает очень политический оборот, причем начинается страшное дело, то есть на них... совершались физические нападения. Совершались нападения на кандидатов в парламент, которые поддерживались феминистками. Нападения на самих активистов. Там Батлер, когда она вот путешествовала по стране, иногда она останавливалась в гостиницах, и ее просили убраться из гостиницы, потому что там под окнами собиралась толпа хулиганов, которые грозились поджечь здание. Ну, как правило, проплачены какими-то противоположными политиками. Однажды был случай, когда... Ну, вообще, я эти истории читаю, просто поражаюсь. Эти феминистки вот ранее, они были не робкого десятка. Там, например, случай описывается, когда Батлер собирает собрание, и они не могут найти здание, отовсюду их выгоняют, они не могут найти здание, пока не находят одно, я так понимаю, фермерское помещение, вот барн называется по-английски, не очень могу подобрать русский эквивалент. Вот, и начинают проводить собрание, их находит опять же толпа каких-то хулиганов,
опять же, от какого-то политика, пытаются ворваться в помещение, но оно закрыто изнутри. Им угрожают расправой и изнасилованием. Их много, это мужики. И в конце концов, они обкладывают это помещение снопами сена и поджигают, пытаются их удавить дымом. Женщины начинают задыхаться, как-то чудом они спасаются через, я так понимаю, какое-то подпольное помещение, через люк. Я не очень поняла по описанию, что это было. Ну, впоследствии они говорили о том, что огонь им был не так страшен, как те угрозы, которые выкрикивали эти хулиганы. Можно себе только представить. Это происходит в разных городах. Но они продолжают вести кампанию. Среди прочего, они собирают данные о злоупотреблениях полиции и других ветвей власти, так сказать. У Берковица, например, вот в одной из моих книжек описан случай, когда проститутку отправил в тюрьму тот самый магистрат, который накануне вечером заплатил ей за услуги. Ну и там описано еще много таких случаев. В это же время, вот, я говорила о том, что это будет важно для нашего следующего рассказа, когда Жозефин Батлер путешествует по Англии, она потом еще проводит один тур по Европе и пропагандирует вот эту же повестку в европейских странах. Я потом расскажу, почему это важно. К 83-му закону оппоненты этого, извините, к 83-му году, к 883-му году оппоненты этого закона собрали достаточно доказательные данные, подтверждавшие малоэффективность действующего закона, и добились от парламента приостановления инспекции. А, ну вот я говорила о политике, здесь просто хорошая цитата из Жозефины Батлер, как она обосновывает вот, политический характер феминизма. «Никогда ранее не чувствовала я такой значимости права голосовать ради нашего самосохранения. Мы не можем полагаться исключительно на благородных мужчин и их жертвенные попытки устранить несправедливость. Если мы станем единственной и тем не менее составляющей больше половины населения общественной группой, не представленной в публичной власти, которая будет в то же время становиться все более разветвленной, массовой и демократической, но при этом представлена исключительно мужчинами, горе нам. Горе, что не очевидно для, что это не очевидно для многих». Я тут пропустила слово «это». Ну вот, то есть это вот уже начинается суфражистская кампания, по сути дела, именно с этой ситуации. Да. Они собирают достаточно данных, чтобы подтвердить, что закон, в принципе, ничего не дает в борьбе с венерическими болезнями. И именно по этой причине парламент приостанавливает его действия. Вот тоже, кстати, интересно, они приостанавливают действие этого закона по причине его неэффективности, а не по причине многочисленных нарушений прав женщин. Такой подход к делу. Вот на картинке это Ladies Gallery, то есть это галерея, с которой в палате общин, с которой женщины из-за решеточки могли наблюдать за тем, что там происходит. Я, кстати, была там, и сейчас этой решеточки уже нет. Сейчас, но галерея есть по-прежнему, туда приглашают гостей для наблюдения за дебатами. Ну, не только женщин. Вот, женщины теперь сидят в парламенте тоже. Да, ну тут пол чего-то написал, как обычно. Да. Это синагогу напоминает. Правда. Да, я, кстати, тоже подумала об этом. Когда я бы... Ань, переведи, пожалуйста, то, что Пол написал. Пол написал: «They'd soon repeal it if a doctor bend them over and choked an instrument in their knees regions». Ну, они наблюдают за дебатом в парламенте, они говорят, ну, они бы быстренько отозвали этот закон, если бы доктор заставил их нагнуться и засунул бы им инструмент куда. Ну, сами понимаете, куда. Так. Переходим к следующему делу. Вернее, к следующему разделу. Так. Ну, вы знаете этого человека. Роман Полянский был арестован в 2009 году за секс с 13-летней девушкой в 1978. Он был освобожден из-под домашнего ареста через 10 месяцев.
когда швейцарский суд отказался его экстрадировать в США. Почему я здесь это привожу? Потому что за 100 лет до этого возраст сексуального согласия в той же Калифорнии был 10 лет. А в 1889 он был повышен до 14. Но даже после этого приговоры за секс с несовершеннолетними чаще всего был условным, и вообще редко такие преступления преследовались. Как бы по этому закону начали действовать суды уже в 20 веке, и то не скоро. Что еще характерно в этом случае? Девочка, с которой у него был секс, уже имела сексуальную историю. То есть за 100 лет до этого это было бы почти 100% гарантия того, что его не осудят. Что скорее заклеймят ее как соблазнительницу, а его отпустят. Ну, в общем, вот так поменялись времена. Вот возраст согласия сейчас в разных странах Европы. Можете посмотреть на эту карту. Прикольно, да. Да, как вы видите, во многих европейских странах это по-прежнему 14 лет. Весь Советский Союз одним цветом, понятно. 18 лет в Турции. Мне нравится. Израиль красненький. Где Израиль здесь? Израиль 18? Нет, Израиля здесь нет, да, но Израиль красненький. Был бы красненьким. Да, ну, да. 18, да? Специально, да. Но религиозно... Мне нравится это самое. 13 из пенетрирования знат золото. Это вот что-то конкретно где, означает. Где это ты смотришь? С 15, сколько 18, со звездочкой. И потом ниже написано 13 if penetration is not involved. Какая страна? А я не знаю, что за страна. А, выходит, это Румыния, что ли? Румыния. Ну да, Румыния. типа там... Что-то сложно очень. Петинг всякий разрешен. Это вообще очень сложный закон. Это я пыталась в это залезть, но там иногда столько всяких условностей в этих законах. Но там, где со звездочкой, это разные возраста для мужчин и женщин, по-моему. Ну ладно, это маленькая иллюстрация. Жозефин Батлер, уже нам знакомая, но здесь она немножко постарше. Так. Викторианскую эпоху, это вот вопрос о возрасте сексуального согласия, был одним из самых взрывоопасных. Для английских законодателей, особенно в первой половине века, сама идея о том, чтобы посадить мужчину за секс с малолетними девочками, была вообще абсурдной. Возраст согласия в Англии, вот тут у меня написано, был установлен 12-летним в 13 веке, и не менялся до 1875 года, когда под большим давлением парламент изменил возраст, и он стал 13 лет. Произошло это с принятием закона Offenses Against the Person Act. Мы об этом законе уже говорили в прошлой лекции. Вот, 13, Пол говорит. Некоторым все еще не везет с этой цифрой. Так. Да, вот, кстати, интересно, мы будем говорить о том, как в 85-м году повысили возраст. А это, в 17-м... Кстати, возраст бар-мицвы, то есть в иудаизме, это когда человек делает соответственно соблюдение завета. Okay? Ну да. Но я не знаю, связано ли это с иудаизмом. Да. Я думаю, что нет. Значит, что я хотела сказать? В 1917 году, просто забегу немножко, была попытка повысить возраст в Великобритании с 16 до 17, и она провалилась благодаря, в общем, разнице в один голос. И до сих пор в Великобритании возраст 16 лет. Здесь дело некой миссис Джеффрис, содержательницы борделя в Челси в 1985 году. Там накрыли этот бордель, выяснили, что... вообще вот эта вот ситуация с детской проституцией там была совершенно жуткая в Англии в это время. Просто там покупали детей у бедных родителей или у родителей алкоголиков. Выманивали детей, которые неосторожно вышли погулять на улицу. В общем,
сдавали в публичные дома, переправляли в страны Европы. В Англии в это время был самый низкий возраст согласия в Европе. То есть во многих странах, например, в той же Бельгии, например, в Нидерландах, например, во Франции, публичные дома существовали легально, а возраст согласия там был выше. То есть они просто закупали девочек и привозили туда для любителей таких развлечений. Многие люди боролись с этим десятилетиями, но не добивались ничего. Здесь надо сказать, что... А, да, я говорила про парламент, но сейчас я расскажу про это дело. Вот здесь открылось, что любители поживиться молодыми девочками регулярно наведывали заведения. Среди них были очень высокие особы, в том числе и из королевских семей. Например, вот этот бельгийский король Леопольд II. Ну, как Пол здесь правильно сказал, all-round piece of shit. Миша, тебя переводить или ты понял? Ну, примерно да, но скажи, как ты это переводишь. Ну, дело в том, что король Леопольд, по крайней мере, здесь, в англоязычном мире, он знаменит своими зверствами в колониях, в Конго, например. А тут он еще проявился вот так. Он покупал, в общем, около 100 девочек в год. Именно в этом борделе. И особенно интересовался девственницами. All round piece of shit значит всестороннее дерьмо. Ну, если приблизительно перевести. С какой стороны не глянешь, все одно и то же. Вот цитата из Жозефины Батлер. Большая часть женского общества приговорена к жизни, посвященной удовлетворению беспорядочных желаний мужчин, которым все прощается. Значит, что происходит в это время в парламенте? В 1984 году обсуждается вопрос о повышении возраста согласия до 14 лет. Здесь я просто, опять же, приведу цитату одного из выступавших лордов, потому что она сама по себе знаменательна. Лорд говорит, не приводится его фамилия, очень многие из присутствующих господ лордов, будучи молодыми людьми, не грешны были некоторым распутством. Потом он призывает господ лордов задуматься, прежде чем одобрять этот закон, действие которого может распространиться на их сыновей. И он говорит, чем более они, сыновья, будут пытаться препятствовать удовлетворению естественных страстей, тем более они будут подвержены противоестественным, преступным действиям. После этого выступления закон не прошел. Ну, вообще, английские лорды, конечно, воспринимают вот это право пользоваться женщинами, девочками, как им хочется, как свое естественное. Вот по-английски есть слово birthright, да, право от рождения. Эта ситуация, конечно, приводит к тому, что изломаны многие жизни девочек, женщин, которые попадают в силу разных обстоятельств в это бесправное положение, с ними обращаются как с имуществом. В очень редких случаях, как всегда, дело доходит до суда, но даже когда оно доходит, показания малолетних детей не принимаются судами. То есть практически невозможно добиться справедливости. Далее. Так, подождите, что-то я проскочила, кажется. А, мне надо сказать еще пару слов про Жозефин Батлер. Вот тут ее годы жизни, видите, она прожила долгую плодотворную жизнь. Она всю жизнь свою практически занималась компаниями. Ну, у нее там было несколько трагическое начало жизни, и она посвятила себя вот этим делам. Боролась она сразу по многим направлениям, в основном вокруг прав женщин. Она была известна тем, что организовывала приюты для женщин, ставших жертвами жестокого обращения со стороны общества, в частности, попавших в публичные дома, и часто не по своей воле. Нескольких таких она взяла в свой дом, в свою семью. Это вообще было неслыханно и было страшным позором для респектабельной женщины. Ну вот, в частности, ее секретарша, мисс Джаред, она была, ну, она как бы вот то, что по-английски называлось reformed prostitute and provider. То есть она содержала свой публичный дом до этого, но она решила поменять свою жизнь и вот работала вместе с Батлер. Потом Батлер занималась суфражистским движением, то есть движением за право женщин голосовать, борьбой за право женщин получать университетское образование, борьбой за права замужних женщин. В то время, я уже, кажется, упоминала, женщина
выходя замуж, становилась, ну, фактически попадала под полную власть своего мужа. Ее имущество становилось его имуществом, ее заработок, если она имела какой-то заработок, попадал полностью в его распоряжение, ее время, ну, в общем, все. Она боролась за среднее образование, трудоустройство женщин. Она боролась с сексуальным рабством и вот торговлей девочками, женщинами, то, что сегодня бы назвали трафикинг. Дальше. Почему важна вот эта вот ее гастроль в Европе, о которой я говорила раньше? Она ездит по Европе довольно долго, в 1870 году или 71, не помню. И она очень много раз сталкивается вот с той ситуацией, когда, поскольку она интересуется проститутками их жизнью и старается им помочь, она сталкивается с ситуациями, когда она находит вот в этих легальных зарубежных борделях молодых английских девочек. Причем очень часто таких, которые попадают туда вообще практически не зная об этом, через какой-то обман, через продажу родственниками. Многие из них даже не достигшие пубертата. Ну, то есть она видит все эти безобразия и активно включается в эту кампанию именно после этой поездки. Кампания развернулась широко. Были опубликованы тысячи книг, памфлетов, петиции, публичные митинги организовывались. Парламент не сдавался. И что бы они ни делали, в принципе, парламент даже как-то не сильно реагировал на все это. Должно было случиться что-то действительно кардинальное, что потрясло бы всех, что вызвало бы большой скандал. И случилось. Вот. Это дело называется Maiden Tribute of Modern Babylon. Я потом переведу это. Так, да, здесь все буду начать лучше. Случилась беспрецедентная публичная шумиха вокруг серии статей Pall Mall Gazette. Эта газета, это издание периодическое, возглавлялось мистером Вильямом Томасом Стэдом, вот он на картинке здесь. И он в этих статьях описывал свое расследование. В этом расследовании написывал случай, когда девочку покупают у родителей, подвергают воздействию хлороформа, как бы насилуют в борделе в Англии, переправляют во Францию. Но что на самом деле произошло? Он решился на постановку всего этого. Ну, изнасилование было не настоящим, чтобы вы не пугались. Чтобы добиться этой сенсации. То есть Стэд купил 13-летнюю девочку Элайзу Армстронг. И, ну, историю расскажу подробнее через некоторое время. Все это сделал он при помощи, при соучастии некоторым Жозефины Батлер, которую вы видели раньше на предыдущей картинке, и одного из лидеров армии спасения Флоренс Вуд. Это вот как раз то дело, о котором я говорила в прошлом раз, в котором сошлись интересы, с одной стороны, религиозных деятелей и поборников морали, а с другой стороны, ранних феминистов. Вот Флоренс Вуд вот у вас на картинке. Флоренс Вуд. Почему Стэд занялся этим делом? Он посвятил недюжинные усилия борьбе с сексуальным рабством. Он положил многие годы на это. Он понимал, что ничего нельзя добиться обычными методами. И вот он придумал этот новый сюжет, чтобы, именно для того, чтобы спровоцировать беспрецедентный общественный скандал. Он связался с бывшей проституткой, держательницей публичного дома, теперь работавшей в доме Батлера, вот эта мисс Джаред, о которой я вам уже говорила. Он убедил ее не без труда помочь ему приобрести девочку. Элайзу Армстронг купили у ее матери алкоголички за 5 фунтов. Это что-то в районе 800 фунтов сейчас. Ее привезли в бордель, ее усыпили наркотиками. Она проснулась,
что сделал Стэд? Он вообще был человеком принципиальным, и он был абсолютным трезвенником. Ну, по этому случаю он выпил бутылку шампанского, чтобы чувствовать себя более расслабленно. Он пришел в эту комнату, где была девочка. Когда девочка пришла в себя, она увидела незнакомого мужчину, пьяного. Она закричала от ужаса. Он тут же выскочил из комнаты, после чего туда зашла акушерка, освидетельствовала девочку, чтобы как бы потом свидетельствовать, если надо будет, что он с ней ничего не сделал. Но выглядело все так, как будто бы он с ней это сделал, поскольку она как раз закричала, это можно было интерпретировать так. После этого ее упаковали на пароход и отправили во Францию. Там ее приняли члены армии спасения и привезли в безопасное место. Но теперь у Стэда была достоверная история о том, как легко можно было все это проделать. Похитить, изнасиловать, транспортировать для дальнейшей эксплуатации на континенте. Девочку, которую, в общем, ну, по сути, выкрали. Да, там с девочкой была еще история. Ее купили у ее мамы, а папа где-то в это время был непонятно где. И вообще папа был какой-то странный. Он был, ну, периодически попадался в полиции за всякие драки, был алкоголиком тоже. Вот. И папа не знал об этом. И потом это используют против Стэда, поскольку abduction, похищением, могло считаться, вот, могла считаться вот такая ситуация, когда один из родителей не осведомлен о том, что происходит. А как бы купить заплативший вроде бы даже и нормально. Я, честно говоря, в этом вопросе не разобралась, но это все очень странно. Вот. У Стэда была достоверная история. И в июле, 6 по 8 июля, он начинает, 85-го года, он публикует серию статей. Так, где это у меня здесь? Сейчас. Серия статей под названием Maiden Tribute of Modern Babylon. Tribute – это дань. Дань девственницы современного Вавилона, если хотите. Ну, приблизительный перевод. Здесь вот Пол придумал хорошее название. A tribute to steadfastness. Он обыгрывает его фамилию. Steadfastness – это слово, которое обозначает упорство. То есть как бы заслуженная дань. Да. Он публикует серию статей. Город взрывается. W.H. Smith отказывается продавать издание. W.H. Smith в то время является монополистом по продаже печати. Но издание продается с помощью уличных торговцев, волонтеров армии спасения, разлетается мгновенно. Даже уже использованные копии перепродаются за цену, иногда превышавшую изначально в 12 раз. Толпы осаждают офис Стэда, все пытаются приобрести дополнительные копии, копий не хватает. Позднее, вот вы видите тут на картинке на переднем плане, он пересдает это уже в таком формате, и вот эта перепечатка издания расходится тиражом в 1,5 миллиона экземпляров. Это вообще неслыханный тираж. В принципе, вот эта вот, вот эта сенсация, самая крупная журналистская сенсация во всем 19 веке и во всем мире. Это беспрецедентное событие. Маркетинг он провел мастерски совершенно. Он для начала, прежде чем он начал публиковать эти статьи, он напечатал предупреждение для своих, как он выразился, особо чувствительных и благонравных читателей и предупредил, чтобы они воздержались от приобретения его издания в ближайшее время. Ну, можете представить, что началось. А Батлер предупредил... Что? Очень смешно говорю, действительно. Да, ну он остроумный был человек. Батлер предупредила своих соратников и соратниц о приближающемся скандале и призвала их подготовиться и извлечь из него максимальную пользу для продвижения вот этой своей повестки. Вот, публикации эти, ну, естественно, в них говорилось о вот этом расследовании, так называемом. Конечно, Стэд нигде не говорит о том, что он стоит за этим делом. Он это объясняет так. Он ссылается на журналистскую тайну. Он говорит, что он знает лично людей,
которые осуществили это преступление, из надежных источников. И он назовет эти имена, как бы людей, которые в это вовлечены тайно, назовет эти имена нескольким респектабельным известным людям на высоких должностях. В частности, там был один епископ, не помню его имя. И они тогда публично смогут поручиться за то, что он говорит правду. Вот. Статьи, кроме того, содержат очень жесткую критику общества в целом, особенно богатых мужчин с соответствующими сексуальными запросами, которые, по сути, финансируют торговлю детьми и женщинами. Шумиху эту пытаются какое-то время унять власти, но безуспешно. Это имеет только обратный эффект, как обычно бывает. В общем, в конце концов, ошарашенный парламент сдается и вынужден принять закон. Да, вот тут еще интересный момент. Армия спасения быстро подготовила и направила в парламент петицию с 400 000 подписей. А такие петиции в парламент обычно подавали на свитках традиционно. Так вот, свиток был длиной в 2.5 мили. Можете себе представить это. Тут Пол еще написал хороший заголовок, мне понравился. «Scandal sparks new age». New age – тут игра слов. Age как возраст и age как новая эра. Принимают новый закон в 1985 году, Criminal Law Amendment Act, в котором возраст согласия повышается до 16 лет. Торговля, похищение с целью продажи женщин любого возраста объявляется противозаконной. Вроде бы победа, но произошло несколько но. Тед пожинает плоды славы. Тед становится одной из жертв своей же компании. Конкурирующие издания проводят расследование, доказывают, что именно он осуществил похищение Элайзы. Его приговаривают к нескольким месяцам заключения с двумя пособницами, мисс Джаред и вот этой акушеркой, которая производила свидетельствование. В одном источнике я нашла, что акушерка не выдержала заключения, умерла в тюрьме. Ну, мисс Джаред, с ней было все нормально. И Степ, в общем, в тюрьме достаточно легко провел свой срок, потому что его быстро переместили в тюрьму для заключенных первого класса, так называемую. Так, ну, вот здесь вот зарисовка суда. Эльза дает показания, Элайза, извините. Вот она. Это улица, на которой она выросла, вот так она выглядит сейчас. Тогда называлась Charles Street, Marylebone в Лондоне. Так. Тед становится героем не только в Британии, но и на континенте и в Штатах. Он становится очень известным человеком. Вот он здесь в тюремной униформе. Пол написал, видите, the Tsar in fancy dress. Он говорит, он тут страшно похож на Николая II в маскарадном костюме. Ну, действительно похож, если посмотреть. Вот, слева речь Жозефины Батлер на суде в защиту Стеда, объясняет она здесь, почему он так поступил и почему его не нужно строго наказывать за это, и чего он добился в результате. Вот. Ну, конечно, между законом и практикой возникает большая дистанция, как и бывает в таких ситуациях. Судьи еще долгое время не могут принять, что мужчин надо наказывать за секс с девочками, и особенно в тех случаях, когда девочки якобы сами этого желали, ради денег или ради получения компенсации в суде. Вот. Что еще пошло не так? Мы уже об этом упоминали в прошлой лекции. Неожиданный побочный эффект. Old Henry bugs it up, как говорит Пол. Если кто не понимает, что это значит, говорите. Я даже перевести не смогу. Ань, переведешь? Да, я это самое требую перевода. Я тоже прошу. Не, ну это сленг. Это ж надо. Да, ну слово bugger it up, bugger something up.
Одно значение – это провалить. А второе значение – это вот то же самое, что fuck up. Да? Ну, это как игра слов. Еще же buggers – это те, кто занимается... гомосексуальным сексом. Которые занимаются сексом, да. Да, гомосексуальный секс. То есть это вот как fuck up, но в гомосексуальном смысле. И под дополнительное значение – провалить. Провалил все дело. Хенри Ле Бушер. Член палаты общин, автор поправки к закону. Поправка была предложена поздно вечером, 6 августа, после того, как был принят основной закон. Она не обсуждалась, они все были уставшие, они промахнули, даже не заметив. Она предусматривала срок заключения до 2 лет с тяжелым физическим трудом или без. Для любого мужчины, в отношении которого было установлено, что он был замечен вопиюще непристойном поведении, gross indecency, с другим лицом мужского пола, в публичном или приватном пространстве. Я об этом говорила в прошлый раз. Это первый закон, первый законодательный акт, который регулирует приватное пространство и гомосексуальные связи. На практике она начала использоваться не сразу, и впоследствии использовалась именно для преследования тех гомосексуалов, в отношении которых было затруднительно доказать обвинение в содомии. Я вам уже говорила в прошлый раз, что обвинить в содомии было достаточно сложно из-за того, что требовались 2 свидетеля и доказательства того, что была произведена эякуляция через анальный секс. Ну, практически невозможная ситуация. Вот. И содомия оставалась по-прежнему обвинением отдельным и гораздо более тяжелым. Ну вот появилась вот эта вот новая лазейка для преследования гомосексуалов. Ну вот так, к сожалению, грустно закончилась эта история. Но вообще, вот тут я сейчас не буду вам рассказывать, как бы спойлерить, но это дело, и вот это какая-то странная, почти мистическая связь между гомосексуализмом и возрастом согласия, хотя ничего мистического, можно это объяснить. Она имела совершенно какие-то невозможные какие-то невероятные последствия в 70-х годах 20 века. Я когда об этом узнала, я просто не могла в это поверить. Причем это такая тема, которая замалчивается как-то существующей академией. По крайней мере, я о ней не слышала, имея степень по gender studies, что очень странно. Я только недавно все это обнаружила. Но я об этом расскажу весной, когда мы будем разговаривать. А пока мы перейдем к более увлекательным темам. Ну, вот здесь Пол уже начал расходиться совсем, расходился. Так, вам переводить надпись или все понятно? Все понятно. Там собачка на картинке, видите? Да, кошечку только... не видим, догадались по смыслу. Только на собачку и смотрим. Понятно. Вот. Значит, порнография. Как бы нам так сделать? Давайте вот немножко еще поговорю, сделаем маленький перерывчик, хорошо? К 834 году, в 19 веке, порнография становится полноценной индустрией. Вот эта улица, видите, здесь это улица книготорговцев. Сейчас ее уже нет, она параллельно Странд ушла. Холливуд Стрит в Лондоне. Все это выглядит как приличные книжные магазины, но среди них вот в то время уже было 57 порномагазинов. Как выглядела порнография в те времена? Ну, в основном литература, картинки всякие, литографии, но об этом я еще поговорю поподробнее. Вообще, порнографы, конечно, всегда шли в ногу с техническим прогрессом, и когда дело касалось книгопечатания и всевозможного производства изображений, и интернета, ну, в общем, вы все это знаете. И кино, конечно же. Они были в авангарде всех технических новшеств.
Ну, естественно, были силы, которые им противостояли. Вот, в частности, было такое общество. Мы с вами говорили об одном из таких обществ уже в прошлый раз. Но это, видимо, их наследники. Общество усмирения порока. Society for the Suppression of Vice. Значит, действуют они через сеть агентов. Добиваются арестов дистрибьюторов порнографии. Порнография очень широко распространена в это время. Вот один из примеров, мне он понравился. Значит, эти ребята из этого общества ухитряются загнать в угол одного из дистрибьюторов, и у этого дистрибьютора обнаруживается 12 346 неприличных изображений, prints. Наверное, литографии, это называется на современном языке, на русском. 393 книги, 351 медная пластина с соответствующими изображениями, 188 литографических камней, даже не знаю, что это такое. Ну, в общем, вам это дает какое-то представление о масштабе торговли. Это всего лишь один маленький дистрибьютор, он даже не владеет книжным магазином. То есть... Да, и это еще все до распространения фотографий массовой. То есть вы можете себе представить, что началось потом. Здесь вот Пол написал, поскольку это улица книга торговцам, он написал «Yes, sir, top shelf, under ornithology, bird watches guide to great tits». Здесь игра слов сплошная. Значит, под секцией орнитология, смотрите, сэр, значит... Ой, не знаю, вот все это в последний момент делалось, не успела его переводить. Значит, birdwatch – это тот, кто наблюдает за птицами, но есть второе значение у слова bird, но оно немножко устаревшее. Вот, это bird – птички, употреблялось по отношению к девушкам, особенно легкого поведения. Great tits – tits – это могут быть синицы, или это употребляется по отношению к женской груди. Tits. Ну, типа... груди, да, то есть тут вот он играет со словами. Ну, я перейду к следующему слайду. Ну, вот примеры тогдашней порнографии. Очень массивная 600 страниц автобиографии некоего английского джентльмена «My Secret Life», «Моя тайная жизнь», включала в себя подробное описание сексуальных приключений на протяжении всей его жизни и социальную хронику изнанки британского общества. Периодическое издание «The Pearl» недолго просуществовало. Содержало романы, сериалы, эротические рассказы, грубые шутки, поэмы с графическим описанием секса. Вот. Первый порнографический фильм «Le Coucher de la Marie». Жалко, что Валерии нет, чтобы прочитать нам это как правильно по-французски. Появился во Франции в 1896 году. В нем был показан стриптиз. Ну и продюсеры очень быстро сообразили, какую золотую жилу они открыли. И стремительно стала развиваться еще и эта отрасль. Да, тут вот Пол тоже написал «The pen is mighty as a sword». Но на самом деле это цитата какая-то знаменитая. Как бы даже не Шекспира, сейчас не вспомню. Но «sword», как вы уже догадались, имеет два значения. Меч, и понятно, что он употребляет это по отношению вот к этому шестистраничному роману. Ну, тут человек действительно постарался. У тебя там, Ань, прости, второе и третье слово в этом предложении раздельно написано или не должны быть вместе? В каком предложении? The pen is mightier than sword. Да. Mightier – это перо мощнее, чем меч, дословно перевод. А. Но меч, вот это слово sword, оно употребляется... Просто если pen is прочитать слитно, получается классно. А, ну да. Да, интересно, я не заметила. Окей. Да, вот, великие судебные процессы великих порнографов во Франции. Ну, видите имена? Густав Флобер в 1957 году обвинен в оскорблении общественной морали в связи с публикацией романа «Мадам Бавари».
Вот. Он, а также издатель, типограф, типограф, наверное, все-таки правильно. Предсказатель оправдан. Но Флобер хорошо защищался, он сумел доказать суду, что роман иллюстрирует то, к чему приводит порог. И как раз он направлен на укрепление общественной нравственности. Об этом есть, кстати, подробная передача на «Эхе Москвы» у Алексея Кузнецова. Я очень люблю его передачи. Вот. Шарлю Бодлеру повезло меньше. Через полгода был суд над ним. В связи с публикацией его книги «Le Fleur du Mal», «Цветы зла», он был оштрафован, причем на серьезную сумму, сейчас не возьмусь утверждать, сколько это в современных деньгах, много. И из книги были изъяты 6 стихотворений, которые вернутся в печать только, если я не ошибаюсь, в 60-х годах 20 века. Вот. Вот что считалось порнографией, среди прочего. Так, а вот сейчас я предложу вам подумать над этим вопросом, и мы сходим за чашкой чая, если вы не против. Хорошо? Видите, да, экран на месте? Я предлагаю вам выбрать то, что вам кажется вот, наиболее эффективным средством продвижения социального прогресса и сексуального равенства. Ну, из этого списка или еще чего-нибудь. Хорошо? 2 минуты? Кто-нибудь есть? Я же вас не вижу. Окей. Мы уже задумались. Просто. Значит, нет. Хорошо. Надо что-то одно выбрать или можно несколько? Я пойду за чаем схожу, хорошо? Ну, хорошо. Да, сейчас. Сейчас все. Съем еще кусочек. Не пойдем. Ну, пробила. Да, я знаю. Избирательное право, по-моему. По-моему, тоже, но есть еще вариант теоретической цены. Серьезно. Пример Швейцарии. Хотя там проблемы с женщинами было видно. Нет, да. Ну как вы? Мы за четвертое. Я за четвертое. Я как человек, работающий в логистике, однозначно за железную дорогу. Окей. Ну вот железная дорога. Железная дорога вместе. Понимаешь, чем дело? Вместе с эротической литературой. Да, да, да. Нет, с другой стороны, а что там еще делать? Вот, вы же понимаете, в чем проблема. Да. Окей, что-нибудь еще? Нет, на самом деле это интересно. Понимаешь, в чем дело? Железная дорога, она увеличила стоимость человеческой жизни. Ну, я думаю, что ускоряет как бы все процессы, то есть любой процесс она умножает, если то есть как это ответ да на любой вопрос, скажем так. Ну Первая мировая война, я не думаю, что носить. Ну в каком-то смысле да, но. Аня, ты что потому думаешь? Потому что женщины начали на заводах работать. Я про Первую мировую войну да скажу, Анечка, а ты что думаешь? Аня есть?
Ой, она исчезла. Она превратилась в уточку. Анечка, у тебя какой ответ на вопрос? Ой, я прости, я покажи еще раз варианты. Сейчас. Не скажем тебе. Нет, нет. А Мишка что думает? Сейчас, мне еще чуть-чуть. Мысль, сейчас я ищу цитату. Мишка задумался серьезно, окей. Да. Анечка, тогда ты говори. Номер один, безусловно. Номер семь, конечно. Ага. Номер шесть. Да. Ну, не знаю, как номер восемь. То есть номер девять, не представляю себе, как он связан с социальным прогрессом и сексуальным равенством. Тут уже были идеи, видишь, зря ты ушла. Пропустила. Да, так что я бы сказала номер один, номер... номер четыре, конечно. Номер один, номер четыре, номер шесть, семь. Все, пожалуй, да. А надо один выбрать или можно помнить? Миша, ну что? Надо было только один выбрать из всех. Нет, ну нормально. Я вам скажу по секрету, что это не очень серьезный multiple choice question. Он просто для того, чтобы публика не заснула. Но Мишка, видишь, как серьезно подошел к вопросу. Я вот ищу цитату, которую я, к сожалению, так чтобы быстро не вспомню в голове, но и быстро ее и найти, к сожалению, не могу. Из нашего Иосифа Александровича. Ну, в плане том, что у него есть, что равенство не предполагает братство. С этим нужно, мой друг, как следует разобраться. Да? У него там есть такие условия. Ну ладно. Да. Я хочу сказать, что для меня социальный прогресс и сексуальное равенство – это совершенно не одно и то же. Почему ты их поставила здесь в один ряд, я не понимаю. Ладно, мы об этом поговорим. Хорошо, переходим к следующему слайду. Что это такое место? Велосипедный бум. Пойдем. Вы там? Да. Американо делаем. В позиции сверху я тогда заглавила это дело. Велосипедный бум 90-х. Имеется в виду 1890-х. На самом деле он начался еще в 80-х. Вот. Недооцененное изобретение в эмансипации женщины – это велосипед. Об этом мы как-то маловато знаем, а на самом деле он имел колоссальное значение. Велосипеды предоставили женщинам беспрецедентную степень свободы передвижения. Их мир расширился за пределы привычного приватного круга. Новые скорости оставили далеко позади. Зревший институт шаперонства. Что такое шаперонство? Знаете, да? Нет. Женщина, особенно незамужняя, если она была приличной женщиной, не должна была особенно расхаживать в публичных местах без сопровождения либо мужчины, своего отца, брата, мужа, или специальных там сопровождающих дам, специальных служанок и так далее. Вот. Изменилось отношение к здоровью и физическим нагрузкам, изменилась мода и модели социального взаимодействия. Я здесь об этом поговорю подробнее. Вот здесь пол совсем начал расходиться к этому моменту. How to get your leg over. Ну, тут это выражение вы не знаете, наверное, да? То есть он тут опять играет со словами. To get your leg over. То есть можно понимать в прямом смысле перебросить ногу, да? Но есть выражение. Это эвфемизм для секса. То есть did you get your leg over last night? Когда вам задают, например, такой вопрос, то вас спрашивают именно об этом. А я прошу прощения, этот вопрос адресован к мужчине или к женщине, или он, да, как бы... Обычно мужчины так между собой разговаривают, но я думала, в наше время уже можно адресовать это кому угодно. Хотя я спрошу у Пола об этом. Интерсексуально. Да, мне как инженеру интересно, как на ваша предыдущая лекция. Как инженеру я тебе про следующий слайд расскажу, тебе понравится. Ну, тут вообще, значит, эволюция велосипеда. Тоже, кстати, интересная штука.
началось все с изобретения именно того, что тогда называлось «велосипед», как латинское слово, то есть «скорость» и «нога» от этих слов. И изобретена эта штука была как машина для бега, «laufing machine». Изобретена была немцем по фамилии, как бы вы думали, «Дрез», и машина называлась «Дрезин». Да-да-да. И первые дрезины, кстати, выглядели вот именно как те велосипеды. Значит, на этой машине не было педалей, там было седло, на нем надо было садиться и разбегаться ногами, ну, приблизительно как на самокате. Но скорость при этом увеличивалась, да? А вы сидели на попе на этом седле. У велосипеда этого не было никаких пневматических шин, не было подвески, это была вообще страшная вещь. Потом появились такие же, но уже с педалями, но по-прежнему со всеми вот этими достаточно опасными особенностями. То есть на самом деле на первых велосипедах ездили только в порядке, так сказать, экстремального спорта молодые мужчины. И многие бились насмерть, это было страшное дело. Вот, что меняется? 80-х появляются... До сих пор. Да, но сейчас уже... На самом деле, велосипед считается самым опасным средством передвижения. Но в основном из-за того, что они ездят по дорогам. А тогда по другим причинам это происходило. Значит, смотрите. Викторианцы не изобрели велосипед, они его усовершенствовали. Именно в викторианской Англии появились первые безопасные велосипеды. Он стал... относительно удобным средством передвижения. То есть появились подвеска, руль, пневматические шины, улучшилась стабильность при езде, чего раньше не было. Педали появляются и тормоза, что немаловажно. В 90-х начинается золотой век велосипеда. Что происходит? Женщины хватаются за это дело, выезжают за границы своего привычного мира, и в жизни их меняется буквально все. Сейчас расскажу. А, вот здесь надо прокомментировать, значит, Cogent Safety – это реклама велосипеда, и тут тоже игра слов. Cogent означает действенный, кажется. Я ничего не путаю, Ань? По-моему, надежный, действенный. Но в то же время кок – это спица. Да, вот вы видите, тут появляется вот эта защитная планка на заднем колесе, не планка, а как бы перемычка, которая препятствует попаданию одежды в спицы заднего колеса, что раньше было большой проблемой. То есть до того, как появилась вот эта защитная планка, я не знаю, как она точно называется, вот, то есть здесь обыгрывается вот сразу... два значения этого слова. А, ну, здесь я, конечно, Пол не мог к ним приписать. Вы сейчас узнаете все эвфемизмы слова «секс» из моей лекции, которые существуют в английском языке. Хотя, наверное, не все, а очень малую часть на самом деле. I prefer quick ride in the morning. Quick ride, понятно, это эвфемизм для быстрого секса. Ну, и ride, как бы основное значение, это вот в частности ride как поездка на велосипеде или на лошади. Это глагол и существительное. Но на самом деле еще мы в детстве закатывали штанину, ту, которая возле цепи. Да, возле цепи. Чтобы не попадало. Да-да-да. Но... то есть это все... И, кстати, до сих пор я в Тель-Авиве встречаю дамские велосипеды. Да, ну вот это вот тоже изобретение именно того времени. И, да, и в частности... И в частности из-за того, что дамы должны были приспосабливаться как-то со своей одеждой. Но об этом я еще поговорю. Значит, медики насторожились. Мужчины, разумеется. На велосипеде нельзя было ездить боком, как на лошади. Надо было ездить, расставив ноги. И доктора стали волноваться о возможном стимулирующем эффекте на гениталии при подпрыгивании вибраций на седле. И речь идет о женщинах, разумеется. О ком же еще волноваться? Ну и вообще, сама поза вызывала некоторую озабоченность. Неестественная она была для викторианских женщин. Значит, что они говорят, доктора? Опасно ездить на велосипеде. Негативные последствия для сексуального и репродуктивного здоровья женщин.
Здесь вот у меня цитата, она совершенно меня потрясла до глубины души. «Чрезмерная физическая нагрузка в сочетании со скудостью корсетной поддержки может травмировать женские органы матримониального предназначения и неестественно разуплотнить их». В английском варианте это «female organs of matrimonial necessity». Не могла пройти мимо. Ну, не называется, правда, конкретный автор в той книге, которую я читала. Вот. Про bicycle face, вот здесь еще одна цитата. Я еще расскажу, что такое. Да, вот канадские доктора постановили, что езда на велосипеде производит четко различимый оргазм у женщины. Это их особенно волновало и вызывало беспокойство. Так. Дальше. А, ну да, доктора. Да, здесь Пол придумал еще название. Cyclists take the road marked subspecies. Эволюция человека-велосипедиста. Ну, это я приблизительно перевела. Значит, вот эта картинка, это, конечно, карикатура. Но имела под собой некоторую реальную основу. Действительно, помимо всех прочих возможных диагнозов, которые вам грозили, если вы женщина и ездите на велосипеде, был и вот этот, кифозис бициклстарум. Латинское название, велосипедный кифоз. Кифоз, знаете, что такое? Это горбатая спина. Вот. Но этот карикатурист не воспринял это серьезно. Значит, среди потенциальных диагнозов тахикардия, гипертрофированная мускулатура ног. Это означало, что танцы и верховая езда вам больше не светят. Анемия, внезапные эмоциональные припадки, неврастения, пространственная дезориентация, истерия, ну, конечно, это мы уже проходили. Смещение матки, прямо как у древних гречан, воспаление фаллопиевых труб, бесплодие, ну и так далее. Вот. Но вот это вот мое любимое, зловещее. Гроза велосипедисток, велосипедная гримаса, bicycle face. Я еще хотела перевести как велосипедная мина. Симптомы. Аэродинамическая форма головы. Не спрашивайте меня, что это такое. Осунувшееся лицо, заостренный нос, разболтанная нижняя челюсть, выпученные глаза, вытянутые в стороны черты лица и перманентное выражение изнуренности. Так, вы здесь? Да-да. О, да. Так. Вот цитата из американской суфражистки Сюзанны Энтони. Велосипеды способствовали эмансипации больше, чем вообще что-либо. Ну, это самое, но пока мой ответ железная дорога ближе всего к велосипедам. Да, получается. Пока. Ну, на самом деле все ответы верные в какой-то степени. Значит, так, где это я? Ну, большая часть риторики оппонентов женской езды на велосипеде, вот говоря еще о докторах, сводилось к тому, что всякие вредные воздействия на сексуальную сферу, нервную систему, психику, физические деформации. Это я уже сказала. Дальше. Постепенно мода. Из употребления выходит традиционный корсет. Ну вот здесь видите рекламу специального велосипедного корсета. Кстати, The Perfect Pose, тоже хорошее название, совершенная посадка, то есть это можно употребить и по отношению к одежде, и по отношению к посадке на велосипеде. Ну и здесь рекламируется вот этот новый корсет, который гибок, который позволяет вам двигаться и дышать, и every muscle is absolutely free, каждый мускул абсолютно свободен. И вы не устаете, поскольку you enjoy perfect respiration. Вы дышите полной грудью, так сказать. Вот. Но корсеты и велосипеды не прижились. Они вообще выходят в этот момент из употребления. Любые корсеты. Это настоящая революция в женском платье. Более того, появляется широкий покрой, свободный покрой.
Алик, это ты там стучишь, можешь замьютиться? В моду входят блумеры. Широкие штаны. Вот такие, как вы видите на картинке. Вот. И повсюду демонстрируются неприкрытые женские щиколотки, даже икры. Более того, велосипед предоставляет новые возможности для встреч, свиданий, без привычных для этого ограничений и церемоний. Ну вот я упоминала шаперонство, институт сопровождения. Ну, становятся более доступными романтические и сексуальные приключения. Все это придает еще более большую эротическую ценность этому изобретению. Горячей темой становится велосипедный роман. Вот здесь у меня цитата из одного английского периодического издания. «The Wheel Woman» – «Женщина на колесах». После пикника велосипедного клуба было объявлено 15 помолвок. И они говорят, что может быть более убедительной рекомендацией велосипедных прогулок. А, ну здесь Пол пошутил тоже. I feel cheap. I love the freedom to cross-dress. Помните, мы с вами говорили о трансвеститах в прошлый раз? Ну вот cross-dressing это оно и есть. Так, new woman. Это такое очень важное для того времени понятие, символ. Riding into the future, то есть едет верхом в будущее. Символ феминизма 19 века. Независимая образованная женщина, которая открыто высказывает свои суждения, бросает вызов традиционным понятиям об одежде, быте, браке, гендерных ролях и, естественно, ездит на велосипеде. Велосипед присутствует всегда и везде в этой риторике. Она отвергает викторианский вариант женственности. Мы говорили с вами об ангеле в доме в прошлый раз. Вот. Ее часто обвиняют в том, что она хочет быть мужчиной. Привет доктору Фрейду, который появится чуть позже. Женщины претендуют на допуск в традиционно мужские сферы, например, университеты. Ну вот в частности, в 1897 году в Кембридже выдвигается предложение принимать женщин в университет на полных правах. В ответ мужчины-студенты протестуют, и форма протеста сама по себе замечательна. На рыночной площади они вывешивают из окна чучело женщины на велосипеде в знак протеста против приема их в университеты. Опять велосипед присутствует, как вы видите, как символ всего того, против чего они сопротивляются. Можно, раз ты сказала про Кембридж, я очень-очень быструю вставку. У нас город крупный, и велосипеды – это главный, в общем-то, транспорт для практически большинства населения. Поэтому такая повсеместная шутка. В Англии принято, когда у женщины начинаются роды, звонить в роддом, чтобы они были готовы, а после этого туда ехать. Так вот, что значит кембриджские женщины? Кембриджские женщины следуют правилам. Один делает все то же самое, когда начинаются роды, они звонят в больницу, после этого садятся на велосипеды и едут на рожать. Классно, да. Ну вот, да, Пол шутит. В серии Пол шутит. That's my bottom. Look manly enough in this, в этих штанах. Выглядит ли моя задница достаточно мужественно? Ну, здесь тоже мне понравился плакатик, рекламирует вот этот велосипед. Ну, и вот видите, в качестве сэндвича рекламного используют мужчину. Своеобразный подход. Я аплодирую Полу, это потрясающая шутка. Да, он умеет пошутить. Дальше. Ну, конечно, возникает сопротивление такому развитию событий. Женщины в велосипедах выделяются на общем фоне и, естественно, воспринимаются как такой символ независимости и свободы. Традиционалистам это все не нравится, это подрывает устои. В 80-х, 90-х новая женщина велосипед становится общепринятым объектом для карикатуры сатиры. Ну вот вы видите одну карикатуру здесь на картинке с подписью Пола. You're going too far, put the brakes on. Притормозите, воспользуйтесь тормозами, дословно. Вы едете слишком далеко, заезжаете слишком далеко. На русский не очень переводится. Значит,
Основной месседж этих карикатур – женщины, которые носят широкие штаны, ездят на велосипедах, пренебрегают своими семейными обязанностями всячески, вообще распущенные особы, проститутки, лесбиянки. Враждебность по отношению к женщинам на велосипедах исходит от страха, от того, что традиционные гендерные роли будут сметены. Кроме того, ставится под сомнение традиционный авторитет медиков, потому что чем больше женщин ездит на велосипедах и не испытывает при этом возбуждения и оргазма, тем более скептически публика относится к увещеваниям докторов, традиционалистов. Но, правда, среди докторов были и прогрессисты, которые говорили, что, в общем, ничего, если ездить осторожно, не проезжать больших дистанций, не сильно уставать и избегать аварий, то кататься на велосипедах, в принципе, можно и даже полезно. Ну, таковы были не все. Дальше у меня цитата из Кейт Листер, это автор одной из моих книжек, у которой я много чего позаимствовала для этой лекции. Главным образом Первая мировая война, она считает, изменила отношение к вопросу о женском равенстве в сексуальной сфере не только, но женщины-велосипедистки проложили первыми эту дорогу в предшествовавшей войне годы. Они рисковали, над ними смеялись, а иногда они подвергались физическим нападениям. Но это того стоило, конечно. Но вот здесь рисунок из полицейской хроники. Толпа атакует женщину за ее одежду. А это кусочек из рекламы производителя велосипедов. Я его приблизительно перевела. Женщина завершает покорение планеты. Она гребет, она курит, она стреляет, она играет в бильярд и ездит верхом. А теперь она еще и взнуздала железного кузнечика, которого, извините, два раза слово «которого» почему-то, не оседлаешь, не раздвинув ноги. Ну, Пол тут написал шуточку. It's equal treatment, madam. I wouldn't let a man bring his bike in either. Он говорит... Здесь у нас равные права. Я бы и мужчине не позволил затащить вовнутрь свой велосипед. Ну, Пол делает свои комментарии, не всегда на самом деле понимая, о чем речь, потому что все слайды на русском. Ну, получается смешно. Вот, пожалуйста, всем знакомый Альфонс Муха. Тоже, видите, не прошел мимо. Но действительно... Очень много всего сексуального, связанного с велосипедом. Движение бедрами при нажатии педалей, выгодный вид сзади, трение чувствительных частей тела, седло, о которых мы уже говорили, поза с наклоном вперед, подпячиванием попы, позиция сверху. Да? Кстати, я еще прочитала в одной книге, что одно время даже выпускали специальные так называемые гигиенические седла велосипедные. Они, правда, тоже не прижились. Но они были устроены так, что в седле, вот как раз там, где гениталии соприкасались с седлом, были вырезы в седле, такие дырки, вот, чтобы, так сказать, уменьшить трение. Ну, много чего изобретали, но, в общем, время как бы отторгло все ненужные изобретения. В декоративном искусстве велосипед часто используется в то время, в сочетании с женским телом, всегда в раскрепощенных позах, а часто и с обнаженным. Да, из серии Пол шутит. Henry, what is this awful picture of a half-dressed woman on her bike doing in the water closet? Don't worry your pretty little head, my dear, it's art. Значит, что делает эта ужасная картина полуобнаженной женщины на велосипеде в ватер-клозете, Henry? Не волнуй свою милую головку, моя дорогая, это искусство. Так. Ну вот еще пара плакатов, тоже того времени, менее известных художников, правда. Ну вот здесь одного автора я нашла, второго нет. Да, даже тогда не знали, что секс продается. Да, моралисты немедленно и прочно отождествили велосипеды с сексуальной распущенностью. Ну и сейчас мы докатимся до порнографии, как я вам обещала. Это все было долгое вступление. Все здесь? Да-да, ждем, ждем. Ждем, ждем. Я дождался. Так, ничего ли я не пропустила?
Вроде бы ничего. Ну да. Порнографы. Хватились за идею. Как мы знаем, у них отличный нюх на технические новинки, особенно на тех, у которых уже имеется сомнительная репутация в благопристойном обществе. Велосипеды были для них совершенно драгоценной находкой, потому что не надо было уже долго и мучительно создавать композицию. Наклон вперед, раздвигание ног, все это само собой складывалось в правильную картинку. Велосипед был сам уже символом сексуально раскрепощенной женщины, которая ценила физические удовольствия. Вот. Ну, Пол тут понаписывал, конечно. Ну, название вот это вот здесь, New Weight Pedal Pornography, как педалировать порнографию новым способом. Он обыгрывает слово «педал». Асидора Дункан делает селфи. Некоторые люди никогда ничему не учатся. Он имеет в виду запутавшийся ее шарф в велосипедном колесе. Ну, действительно, она на самом деле держит бокал вина, но выглядит это как поза для селфи. Да. Да, велосипед начинает становиться почти что необходимым компонентом некоторых произведений порнографии. Но, правда, на такое смотришь, даже вот действительно, вроде бы и порнографию не называешь, очень же красиво получается. Так, ну вот вам порнография, раз я обещала. Почтовые открытки, самый удобный популярный формат для энтузиастов. Знаешь, на самом деле, я вспомню это. Ой-ой-ой-ой, надо... Тихо-тихо-тихо-тихо. Что разница между, это самое, между научной литературой и художественной не так велика, как принято считать. Но между эротической фотографией и порнографией тоже не так. Да, но вы же видите, я постепенно перехожу. Я сделала все необходимые вступления. Значит, да, ну и Пол тоже постепенно переходит. Что-то там эхо у кого-то. Выключитесь, пожалуйста. А, ты через меня. Ага. Ну, да, вот эту шутку надо переводить или не надо? Молчат. Ну, не надо. Не надо, наверное. Да, ну, come this way. Прямое значение – ездить по этой дороге, непрямое – кончать этим способом. Да. Значит, ну, посмотрели, хватило или еще хотите полюбоваться? Тогда я у вас еще есть такие открыточки? А сейчас все будет, да. Есть. Хорошо. Еще интересно. Ну, вот мне понравилось тоже. Это, опять же, комментарий от Пола, поэтому, да. Ну, я думаю, этот переводить не надо. Let me think. Did I forget something this morning? Утюха выключить, не иначе. Да, наверное. Так, ну и последний сегодняшний слайд. Брайтон в прошлом году. Совсем недалеко от меня. Вот. Это регулярное мероприятие, ежегодное, если что. Ну. Да, и мною очень любимое и уважаемое. Да. Да. Я вообще сам не нудист, но к нудистам очень хорошо отношусь. Вот. Алик у нас и там, и здесь. Ладно, размьючивайтесь. Лекция закончена. Ну, большое спасибо. Точно помню прошлую лекцию, которую смотрел по видеозаписи, заканчивалась анонсом на следующую лекцию. Хотелось бы знать, что оратор имеет, так сказать, какие планы на будущее. Ну, потому что как бы для нас в Азии это вообще там с 2 до 5 утра. Хотелось бы знать, ну, хотя бы ради чего не спать, чтобы подогреться, так сказать. Ну, я думаю, что к тому времени, когда будет продолжение, ты уже будешь не в Азии с твоей скоростью перемещения. Не, ну, было обещано
как бы каждые две недели, насколько я помню, расписание. Да. Пете понравилось. Нет. Я внимательно слушал вашу лекцию, особенно ту часть про анонизм и так далее, а будучи на двухнедельном как бы карантине, я могу несколько раз вашу лекцию прослушать. Слушай, вот это. Петенька, тут место поручика Ржевского уже занято, даже 2,5 уже. И вообще, не подставляй семейную репутацию. Повторяю, как бы вопрос, о чем будет следующая лекция. Давайте тогда ограничимся моим первым вопросом. Очень интересно же. Ладно. Как-то любопытный поручик. Да не говори. Вот, значит, я, наверное, следующую лекцию подготовлю где-нибудь весной. И, наверное, она будет уже вот то, что я обещала, об интеллектуальном осмыслении всей вот этой реальности, о которой я рассказывала. Но вообще, конечно, когда я готовила все это, я поняла, насколько там можно глубоко копать и насколько я вообще копнула только по поверхности. Но моей задачей было дать вам какой-то такой живой контекст вот всей той философии, которая об этом появилась позже. И о которой я еще поговорю, наверное, весной. Потому что там уже надо серьезно читать серьезные книги. Я быстро это сделать не смогу. Аня, весной серьезно нельзя. Чего? Религиозный. Миша, что ты сказал еще раз? Весной религиозный подход к сексуальности невозможен. Ну, если... Есть религиозно-культурный контекст. Надо же понимать, что там, например, в исламе есть просто свиток эротики. Где? В исламе. В исламе где? В исламе. Есть. В Коране. Нет, слушайте, там есть богатые традиции в Азии, но я, конечно, буду фокусироваться на европейской культуре. Во-первых, потому что мне это ближе и понятнее, а во-вторых, потому что, ну, надо же себя как-то ограничивать. Смотри, есть прикол в том, что христианство – это, несмотря на то, что есть три авраамические религии, но только в христианстве есть традиция воздержания от секса. Ни в исламе, да. Ни в иудаизме, да. Этого не было. Так что это какой-то очень особый случай. Это очень особый случай, и вот об этом мы будем говорить. Там, ну, много всего, не хочется сейчас... Подождите, простите, как бы священный месяц у мусульман. Заметочку. Что, Петь? Скажи еще раз. Не, ну как в исламе воздержание как бы от секса во время как бы Рамадана существует, в том числе. Не, это во время, это не на всю жизнь. И ночью тоже? Это во время, это только днем. Нет, как и есть, и сексом нельзя заниматься днем, ночью можно, даже нужно. Ну, то слушайте. Есть нету там воздержания на всю жизнь. Я про ислам не буду вам рассказывать, и поскольку Петя спросил о теме моих лекций, они будут про европейскую культуру. Но там действительно есть свои особенности, и в каком-то смысле Европа пошла по очень особенному пути по отношению к другим религиям, к другим культурам. Извините, я уже заговариваюсь. Вот. Анечка, ты там? В порядке? Да, да, я планирую на завтра покататься на велосипеде. Ух ты. Я даже тебе завидую. Ну, у вас в Кембридже хорошо, у вас для этого все приспособлено. Не, после твоей лекции я поняла, сколько я упускала. Так давно не каталась, надо срочно. Аня решила раскрепоститься, правильно. Пора. Так, надо действовать. Слушайте, они там между собой. Углубились. Ладно, Мишка, давай. Я чувствую, давай. Тебе накипело. Нет, ну, во-первых, конечно же, я присоединяюсь к Петру, что спасибо громадное. Я с невероятным удовольствием прослушал, и столько эмоций и ощущений. Вообще материала дофига, и осмысливать и осмысливать. Кстати, где ты выкладываешь эти
Ну, я не про запись, я хотел бы вот видеть сами презентации. Слайды ты хочешь? Да, да, да. Да. Ну, могу прислать. Ну, либо пришли, либо в Дискорд как-то. Да, и ты с Дискордом не хочешь, дружище. Я на Google Drive тебе ссылку пришлю, и ты посмотришь там, хорошо? Да, ну скачать, не только посмотреть, скачать что-то. Я не знаю, можно там скачивать, Олег? По-моему, можно, если выложить туда на Google Drive. То... Можно, там можно правой кнопочкой можно указать, посмотреть, что оно доступно для скачивания. Ага, ну хорошо, я... Можно, да. Ну, Олег говорит, что можно. Олег у меня главный технический консультант. Если ты там ту презентацию не стерла, то ту же ссылку, что послала мне, пошли Мишке, у него... Хорошо. И с этой презентацией тоже. Окей. Да, да. А если нет, Мишка, обратись ко мне, я тебе пришлю ссылку. Я боюсь тебе общаться. Олег выражается оптимизмом. Он говорит, если я опять проявлю какой-то экстремальный технический кретинизм, то обращайся к Алику. Ни в коем случае. Я боюсь к Алику. Анька, это честно тебе сказать, это не кретинизм. Это немножко кокетство и много лени. Ну вот, это даже хуже. Я тебя обожаю и прощаю тебя. Спасибо, Алик. Ну, спасибо. Ну, так что ты говоришь, Миша? Ну, это как бы первая такая ремарка была. Ну, у меня, конечно, тут масса вопросов, как ты понимаешь, я же, как всегда записывал, у меня тут вся исписана даже на двух сторонах. Слушай, ты меня всегда прям пугаешь этим. Ну, ладно. Почему? Должно же быть интересно. А вот скажи мне, пожалуйста, сейчас, на сегодняшний момент в Англии, в Великобритании проституция легализована? По-моему, нет. Ну вот, кстати, не знаю точно. Какие у них правила? То есть нет, мне надо этот вопрос поизучать. Не могу тебе сразу так ответить. Ну, по крайней мере, она не называется уже проституцией, это называется sex work, sex industry. Ну, неважно, как мы говорим о платном сексе, да? Ты помнишь, я думаю, что она частично легализована, но, как правило, под другими вывесками, там всякого эскорта. Там танцами. Ну, это везде так, это по всему миру. Да. Но есть и частные проститутки. Вот, кстати, одно время были такие tart cards в Британии, но это когда еще существовали вот эти кабинки публичных телефонов. Они были увешаны изнутри этими карточками. Tart cards. Tart – это еще одно название для проститутки. И там даже ввели какой-то закон по большие штрафы за вешивание этих штук. Да, они были все обклеены изнутри. Но потом, когда исчезли телефонные будки, появился интернет. И, соответственно, все это перекочевало в интернет. То есть очень много вот таких вот частных объявлений, людей, которые просто этим занимаются частным образом. Нет, ну я понимаю, что проституция неистребима, это естественно, да, и всегда найдется способ ее распространение. Вопрос но в том, вот как именно это... как проституция, она, по-моему, не легализована, но как вот всякие такие бизнесы с такими названиями, не как проституция, а как там эскорт, они существуют легально. Ну давай я поизучаю этот вопрос. Я в 20 веке очень подробно. Как Ерофеев говорил, что, ну опять-таки, вот ты упомянула бизнес, который скрывает название проституции под собой, там, эскорт и тому подобное. Он говорил, что брак – это проституция по сложному безналичному расчету. Ну, я же говорила, то есть можно говорить о сексе как о самой старой валюте, да. Да, действительно. Да, да. Даже, кстати, проводили исследования с макаками, не помню, с каким именно видом, когда, ну, их научили системе расплаты какими-то объектами, например, за получение еды. Можно было расплачиваться там какими-то ракушками или камушками, чем-то таким. И очень быстро, когда они начали соображать, в чем дело и как это работает, самки начали продавать секс за вот эти вот, ну, соответственно, деньги, денежные знаки. Так. Ну, это, не знаю, надо почитать. Я, конечно, не верю в эти все такие аналогии животного мира с человеческим, мне кажется, ну, что да, это непреодолимый да. Все-таки разрыв существует. Но в отношении гордыня, очень сложный язык.
в отношении как бы вот этого вот факта, когда, знаешь, вот это вот движение феминистическое за женские права в парламенте, там, голосовать, участвовать в общественной жизни, не кажется ли тебе, что самое большое завоевание женщины — это то, что они с самого начала узурпировали то, что за секс надо платить? Что это было самое главное женское завоевание? Что это не мужчины, что это они упустили эту власть над женщинами? А именно женщины изначально как-то хитро вот это вот, с, как это сказать, просекли, и, блин, потом уже вот с этим случилось. Ну, власть, Миш, это очень сложная штука. Миша, ты никогда не слышал песенку «I'm Gigolo»? Нет, никогда не слышал. Поставишь. Ой, это классная песенка про мужчину, который берет деньги за секс. Ну, это я сейчас глобально говорю. Есть, конечно, исключение. Смотри, Миш, власть, вот мы когда будем говорить про Фуко, мы все-таки до него дойдем. Он очень много говорит о власти. Наверное, нет теоретика, который бы больше рассуждал о власти и вывел бы больше закономерностей и так далее. Я об этом буду говорить. Но, в принципе, власть, конечно, это не однозначная, не черно-белая штука. Она распространяется по-разному, она имеет разные формы, скрытые, открытые. И она не обязательно концентрируется в каких-то индивидуальных агентах. Да? То есть, естественно, женщина имеет власть. Естественно, ну, понимаешь, власть всегда соотносится со свободой. Свобода тоже, допустим, если ты посмотришь на то, как устроено общество иерархически, то, как правило, те люди, которые наверху этой иерархии, во многом менее свободны, чем те, которые где-нибудь внизу. У кого или больше спасибо. При этом свободы, власти и так далее. То есть все это очень зыбко. Но поскольку я тут пытаюсь некоторые вещи, естественно, достаточно осознанно упростить, просто ну, из-за того, что мы говорим о веселых историях, скорее, а не рассуждаем о сложной интеллектуальной теме. Я тоже, конечно же, знаешь, в каждой шутке есть доля шутки, это, конечно же, шутка, но знаешь, когда женщина борется за свои права в мире, в котором она этими правами владеет максимально, с точки зрения как бы того, что она узурпировала. Вы слышите меня? Потому что мне пишут, что у меня интернет-соединение. Мы тебя слышим, да, да, но мы с тобой не согласны. Да, в то время, что как она получила верхушку. Секундочку, секунду, я согласен. Она получила верховную власть и при этом постоянно борется за свои права. Ну, как бы вот это маленькое замечание. Смотрите, я скажу свое личное вот ощущение. Я с Антошей по дороге по лекции поделился. Вот при всем при том, что вот я себя считаю вот таким супер-дупер феминистом и очень осознанным человеком. Все равно, и вроде бы знаю историю суфражистского движения, и что было раньше, и права, и все дела, но все равно какие-то факты, которые ты сообщала вот в этой лекции, они меня, блин, в какой-то ужас повергали совершеннейший. Да. И я понимал, что это не из-за злости, не из-за того, что люди были плохие, а потому что они вот верили, что вот так вот устроен мир. И вот это вот самая большая трагедия какая-то. И, ну, короче, куча вопросов. Но, да. Но вот это вот, блин, представить себя на месте этих людей. И спасибо тем мужикам, которые прислушались к ней, по большому счету. По большому счету, да. Но, видите, тут есть еще такой момент, который часто не улавливают многие. Когда женщины боролись за свои права, они в то же время боролись за права мужчин. Конечно. Вот это не очевидно, но это так. То есть благодаря борьбе, в принципе, это привело к углублению, усилению прав человека вообще. Когда у вас существует патриархальное общество, оно характеризуется не просто тем, что кого-то угнетают, да, и не столько этим, сколько очень четко ограниченными определенными ролями для разных социальных групп, в том числе и мужчин.
Посмотрите, сколько императивов накладывается на мужчину в этой ситуации. Добытчик хлеба, глава семьи, несет ответственность за то, за это, за пятое, десятое. Обязан служить в армии, должен делать то, то, то. Вот это вот мужские профессии, это мужские обязанности. То есть ты попадаешь в то общество, где, в принципе, ты лишен свободы выбора. И это патриархальное общество. Просто его так назвали, потому что оно характеризуется определенным социальным отношением. Но когда приходят феминистки и, в принципе, продалбывают эту систему и ломают ее, происходит, конечно, перемешение слоев, у этого есть много негативных побочных эффектов и так далее. Ну, что считать негативным, что позитивным, сам по себе интересный вопрос. Но при этом высвобождаются разные социальные группы. Это такой knock-off эффект, как говорят по-английски. Это важный процесс. Ну, в чем-то, знаешь, можно, наверное, говорить о разных социальных движениях, которые боролись за права определенных групп, но в результате эти движения приводили к изменению общества в целом. И нравов, мотивов, каких-то императивов общественных. Потому что происходило объединение фронтов борьбы. Ну, и просто происходил слом старых, да, старых форматов. Но это то, о чем говорили вот мои любимые теоретики Бакунин и Маркс. Угу. Они говорили, что революция, она освобождает эксплуатируемых и эксплуататоров, потому что эксплуататоры тоже рабы системы. Это то же самое. Ну да, это то, что я говорю. Давайте я, наверное...